В этом году многие мероприятия перенесены в онлайн-формат. Так, в эти дни в Мытищинском историко-художественном музее проходят множество экскурсий в социальных сетях. Сегодня, 9 мая, все желающие могли познакомиться с мытищинцами, героями Советского Союза, именами которых названы улицы города, узнать о их боевом пути и подвигах, о всероссийской акции «Герои Отечества». В этом году все посетители онлайн-музея могли познакомиться с удивительным экспонатом – мытищинской газетой «Путь к победе», которая вышла 9 мая 1945 года. У хранителей музея ушел не один год, чтобы ее найти. Сотни часов провели сотрудники в фондах библиотеки имени Ленина. И сейчас этот по-настоящему уникальный экспонат доступен каждому. Газета «Путь к победе» начала выходить в 1941 году. В спецвыпуске подробно описано, как встречали утро Дня Победы в мае 45-го в Мытищах, праздновали на предприятиях и на улицах. Это красивая очень история. Я надеюсь, когда-нибудь мы сможем ее дальше развить, потому что это такой шаг к познанию 9 мая вот истинного, да, исторического. Вот в музее две фотографии. 9 мая 45 года, реальные Мытищи, да, как выглядели люди, какое выражение лиц у них было. И вдруг вот эта находка, которая помогает нам, да, журналистским взглядом, да, понятно, что взглядом пишущих людей того времени, но отразить весь дух 9 мая, это здорово. И мне кажется, что вот эта возможность теперь увидеть все публикации полностью сохраненного архива газеты «Путь к победе», как называлась местная газета, за 1941 и 1945 год дает нам возможность вернуть часть военной истории.